Всем привет, сегодня постараемся пройти игру Nightmare Gate. Давайте стартовать. Все-таки начнем с самого начала. Потому что кто-то будет смотреть это видео первым. Уилл, спускайся, мы ждем тебя. Кстати, это как будто бы замануха. Это не наши родители кричат, потому что они нас отправляют обратно. Мои родители спят, я должен не шуметь. Мне нужно держать голову опущенной, видите? Родители-то меня не звали. Получается, меня звали какие-то монстры. Нэнси, что там делаешь? Кстати, если мы ее обойдем. Мы никуда не можем идти, смотрите-ка. Ты тоже их слышишь? Мы загрузили сцену. Встаем. Кстати, где мы с вами еще не были? Давайте здесь побегаем. Мы это все с вами не видели. Потому что я пошел не той дорогой. Ну как, двери нас пустят? И к двери пускают. Это выходная дверь. Все, давайте стоя подойдем к телеку. Или спиной даже. Ах, ты не прокатила. Нас утянули в подземный мир. Пропускаем. Мы сейчас сами найдем девочку. Вот и она. Берем яблоко и под стол. Не, не получилось. Дьявол ломится. Даже девочки ничего не спрашиваем, заходим. И она, видите, уже залезла к нам. Но ее демон схватит. Кстати, почему она одета в нормальную одежду, а все остальные дети одеты в лохмотья? Как будто они здесь просто миллион лет находятся. Эй, иди сюда. Иди на корточках, чтобы не шуметь. Смотри, он реально в лохмотьях. Клетка для детей. Ждем демона. Уже есть некая тактика по прохождению. Но нам уточка-то особо не нужна. Все, проходим. Сейчас главная задача добраться до яблока. На. Монетки бери, бери, бери. Видите, мы не можем вставать. Это дети как будто долбятся. О, клетка упала. Это просто жесть. Так, пробегаем. Давайте за монетами. Я замер, 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 замер. Постоянно набираем какие-то монетки. То есть это, оказывается, упала клетка. А я при монтаже предыдущего видео понял, что кто-то нас хотел сдать. И как будто бы дети стучали в клетки, чтобы нас поймали. Все, опять садимся. Смотрите, сейчас эта клетка откроется. Все. По переменке будет выходить, заходить... Дьявол. Сейчас зайдет, мы пройдем дальше. Все. Прошли. Ну, конечно, в ту комнату нам вообще никак не попасть. Ну-ка. Все, побежали за яблоком. Это не монетки. Какая-то черепаха. Видите, яблоко. Мы его берем. Местоположение сохранено. Получается, это местоположение сохраняется лишь только... На один заход в игру. Ты вышел, да, видите, его ножки? Но мы с вами стартуем от последнего яблока, так что все хорошо. О, кстати, здесь, мне кажется, рука была с монетками. Давайте проверим. Точно. Горстка монеток. Сколько? 6 штук. Вон вижу демона. Ушел, молодец. Так и будем перемещаться. Это единственное наше спасение. Смотрите-ка. Так они по переменке так меняются. Проходим до яблока срочно. Все, мы у яблока. Лучшее мясо за лучшие деньги, это как будто они продают мясо детей. Так, монстр ушел один. Мы спокойненько продвигаемся. О, вижу, 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 вижу. Ух ты, можешь сюда залезть. Давай, давай. Дотянулись. Ух ты, яблоко. Яблоко, яблоко, яблоко. Все похоже. Ах, кстати, я мог идти прямо с яблоком. Есть ребенок. Нам нужен этот ключ, чтобы открыть дверь и выйти из этого ада. Монетки я собираю.
Ты кто? Так. Щетку взять нельзя. Тележка для перевозки грузов. Ну-ка, мальчик. Нам нужен этот ключ, чтобы открыть дверь. Как его взять? Так, ну мы с вами еще никуда не продвинулись. Смотрите-ка. Мне нужен этот ключ, который в руке лежит. Понятно. Ну я его взять-то сейчас не могу. Я очень маленький. Вообще мне можно стоять? Этот монстр как будто завис. Мы перешли с вами в новую зону. Нам, смотрите, ее прям показали. Еще есть яблоко. Прямо под кроватью монстра. Кстати, что если я просто побегу? Ёкарный вышел. Пытаются пугать. Так, ну похоже пока что везет. Нам показали путь, куда нужно пробежать до яблока, видите? Бери. Все, мы можем ходить с яблоком, смотрите. Я хожу с этим экраном. Я могу даже сейчас попасться, это, конечно, мега риск. Давайте попадемся. Прикол, я иду с этим экраном. Ну нет, меня не ловят. Сохраняемся здесь. Местоположение сохранено, ну ничего себе, я рискнул. Монетки собираем. Сколько у нас монеток? Уже 60 штук. Дорога к чревоугодию. Закрыта на ключ. Вот как раз таки на тот. Мы сами, получается, уже можем уходить. И как я тебя пройду? Темная комната. Так, еще монетки. В этой комнате никого. Игра супер, идет отлично. Так, что написано? Чоппер 0036. Exit. Идемте. Я, конечно, знатно рискнул. Путь этого демона идет даже через комнату. Ну-ка, может, какие-то двери открываются? Ну, кстати, единственное, я не знаю, когда можно ходить не на корточках. Просто проходим. Давайте сюда зайдем. А, еще яблоко. Нахожусь в режиме яблока. Сохраняемся. Так, меня поймали, но местоположение сохранено. Мы сами видим. Меня поместили в комнату с этой кроватью. Это просто тема. О, двое ушло. Вы поняли? Так, они тут курсируют просто нереально. Это яблоко? Нет, это фейковое яблоко. О, рука через дыру проверяет. Так, ну а как тогда мне ключа-то добиться? Все, никто не охраняет ключ. Побежали. Я спрятался. Похоже, получилось. Что написано? Breeding Area. 633X. Еще монеты. И... Да ёкарный повышен. Вы надоели. Я, конечно, знатно нашумел. Еще не информативно, что мы не знаем, сколько монеток у нас. Так я ключ уронил. Давайте-ка здесь сохранимся сначала. Фукерный вышел. Вот это 5 с плюсом за такой скример. Я в комнате, как далеко. Я залезу. А, так еще можно куда-то пролезть. Смотрите, тайный проход. Класс, есть система вентиляции. У нас 90 монет. Что это? Отвертка. Нужен инструмент, чтобы открыть это. Открыли мы. Взяли монетки. Тут яблоко? Нет, монетки. Видите, яблоко не горит. То есть сохраняться нельзя. Либо я уже его потратил. Давайте отвертку возьмем все равно. Мы сейчас и дальше будем открывать вентиляцию. Нужен инструмент. И мы с вами молодцы. А, ну хорошо. Да, в принципе, вот, смотрите, еще вентиляция. Проходим. Еще яблочко.
Сохраняемся. Да, давайте за монеты. Нам все равно их некуда девать. Так, малыш уже ждет. Это наше укрытие. 689, у него татуировка даже есть. Страшная кукла. Ничего себе. Так, я вообще куда ушел-то? Я куда ушел? Кстати, у меня отвертка сейчас выпадет или нет? Давайте посмотрим. Во! Я отвертку нашел. Возвращаемся куда-нибудь. Яблоко. Кстати. Это баг, видели? Яблоко могу взять, помните? Как в корпорации X у нас кружка летала не пойми как. Вот здесь то же самое. Монеты. 58 монет, проходим дальше. Все, я побежал за ключом. А, да ключ-то и так берется отсюда. Все, ключ взяли. Вот теперь очень долгий путь по возвращению к той двери странной. Смотрите, у ключа есть даже глазки. Ёкарный вышин. Кстати, один забаговался. Смотрите, просто стоит. Так, 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 уходи, уходи куда-нибудь. Ушел, ушел, ушел. А мы с вами прям побежим к двери. Да тут некуда сесть-то. Давайте пока что просто в этой комнате посидим. Кстати, вот она, та самая система вентиляции. Мы все это открыли. Так, проходи далее. И мы с вами пойдем к дьявольской двери. Там, кстати, тоже вижу яблочко. Активировать. Есть, взяли. Быстро подкрывать. Наконец-то местоположение сохранено. Видите, я могу дотянуться до ручек, только если они на корточках. Понятно, убегаем. Я, видите, пока даже не знаю, куда бежать-то. Сюда нельзя. Ёкарный овейшн. Под стол. Фантастика. Один застрял в кровати. Но меня поймали все равно. Давайте здесь постоим между клеток. Прикол, не заметил. Вот это уже интересно. Смотрите, нас не заметили. Так, чоппер 0036. Ну что это означает? Так, ты не догонишь меня. Нас не догонят. Побежали открывать. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть! Так надо было всего лишь до двери добежать. Демонскую дверь открываем. Ничего себе, замок страшный. Это открылся портал. Мы ее просто разблокировали. Все, за нами сейчас выдвинутся. Но один, конечно, монстр у нас кроватный. Прикроватный монстр. Нам показали, что нужно встать между решеток. Он несет нашу сестру. Она так-то была в сиреневой форме. Новая глава скоро в главном меню. Оцените нас, чтобы мы продолжали работать. Вау, ну это, конечно, 5 звезд. Нам с вами удалось пройти первую главу в игре Nightmare Gate. Оцените продвижение по сюжету лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.